Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня в копилку озвученных ролей второй борды вносит свой вклад артист Саратовского академического театра юного зрителя Артём Яксанов. Не щадя связок голосовых и сил душевных, Артём озвучил несколько интересных ролей. Мародеров, жителей убежища и мрачного капитана Блейда из дополнения про сокровища пиратки Скарлет. Страшного капитана Блейда. Я в долгу не останусь! Да! По традиции мы задали Артёму несколько вопросов. Решил стать актером очень случайно, на самом деле. Учился я в школе, не знал, куда поступать. Но брат у меня, он уже заканчивал консерваторию. Он учился у Антона Валерьевича Кузнецова, который потом был в драме, да, потом, сейчас уже ныне покойный. Вот. И я насмотрелся их спектакли, как-то походил к ним и что-то как-то заразился. И понял, что, наверное, все-таки надо идти туда, в театр. Съездил я сначала в Петербург, поступил. Там, я поучился годок и был отчислен, и приехал сюда уже доп. Набором. Попал я к Аширову Юрию Петровичу на курс. Не играю сейчас, потому что вообще нет времени, первое. Второе, у меня как-то сломался компьютер, погорел нафиг, и я его выкинул и подумал, нафиг он мне нужен, он меня только отвлекал. Хочу заниматься театром, творчеством. А сейчас в принципе, хочется иногда что-то поиграть, но его нет и нет. Приставку тоже не хочу. Я знаю себя. Я буду пропадать, да. Не хочу. А играл, много игр было у нас. Во-первых, Vice City, все Need for Speed перегоняли. Потом, что еще было? Apostle мы играли. Помню, она такая дерзкая была игрушка. Мы в школе еще котов надо было одевать на оружие. Это вообще трэш какой-то. Калека с острова Инишман, где я играю Бартли Маккормика. Такая прикольная ролюшка, смешная, характерная, что мне нравится. Потом «Майская ночь», тоже хороший спектакль. И третий мой любимый спектакль – это «Animal Lounge». Очень крутая постановка, такая интересная. Ставила Катя Гороховская из Петербурга. И она такая, у меня, в моей жизни она такая поворотная. То есть я как-то, у меня не было таких ролей дерзких. И как-то играл таких героев, таких спокойных, каких-то размеренных, таких молодых мужчин. А тут такой какой-то разбитной, такой повеса, парень, лис, хитрый. И было круто репетировать. Катя такая, она по питерской школе какие-то такие интересные давала задания. Она, например, просила меня украсть. Но только у тех, кто занят. То есть я должен был воровать очень хорошо. И она просила меня периодически воровать вещи у людей. И пока мы репетировали, это было у меня такое задание, его никто не знал. Из всего коллектива занятых в спектакле я должен был что-то украсть, какую-то вещь. Там пару людей прям реально что-то искали потом, потому что я у кого-то расческу прям со стола стырил, еще что-то. И все незаметно я делал у них так раз-раз. И было потом и прикольно, когда я на банкете раздавал вещи, потом уже, когда мы уже отмечали. Было круто. Все идет по плану, господа присяжные заседатели. Релиз озвучки уже собирается, дополнения озвучиваются, роли записываются. Благодарим всех вас за поддержку. Оставайтесь с нами!